Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Я смотрю, мы упали до Лиги Мастеров одна звезда. Ну-ка проверим. Какое там, друзья мои, да? До Лиги Сёгунов. До Лиги Сёгунов меня прокинули, ты прикинь. Вот это вот фокусы, друзья. А у нас сегодня воскресенье, если вы еще не забыли. А это говорит только о следующем, что в понедельник у нас буст. И не забывай, что у нас будет прокачиваться следующий персонаж в платиновый ранг. А я в Лиге Сёгунов нахожусь. Как это понимать? Это что за выкрутасы, я не понял. Замечательно просто. Так, ну а, мы видимо только недавно перешли. Но все равно, ребята, меня это как-то мало тешит. Фига себе, такие выкидоны делает игра. Так, если я возьму, например, Донателло и Рафаэль, ну, я, в принципе, уверен, что Рафаэль сейчас первым станет в провокацию. Может быть, Донателло сделает ход. Но, по-моему, Рафаэль в провокацию первый станет. Так-с, а, хорошо. Теперь, естественно, ребят, сюрикены. Угу, спринтер дает нам сдачи. Сразу же еще повесим на них дебаф, чтобы у них была защита слабенькая. А уже после этого... Да-да-да-да-да-да-да. Уже поздно, парень, уже поздно. Ты уже получил дебаф. Так, Лео в топку. Ишь ты, какой, а? Оу, тихо! Минус Роквелл. Ты посмотри, что он делает, ребят. Ауч! Ты ханорик, ты... Зачем я сделал? Сейчас же ты... Пипец, ребят, короче. От постепенного урона второй персонаж у меня погиб. Ёпарасете. Вот на это я не рассчитывал, если честно. Я думал, что мы им сейчас тут устроим трёпку. А получилось, что трёпку устроили мне. Вот такие вот бывают косяки, блин. Еще взял-то таких слабых персонажей, 56 уровень. Да, конечно, их там разнесут. А сейчас-то ты че, Рэй, тупишь? Ну, ё-моё, опять, ребята, не дожал кнопку. Как меня вот эта спешка меня раздражает. А если бы ты только знал. Клик, 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 куда че? Лишь бы кликнуть, блин. Лишь бы побыстрее начать бой. Ну, опять же, на одного персонажа меньше, ребята, и что? 83-е место. Что-то вообще, ребят, сегодня день не сдался. В растениях против зомби начал там косипорить. Тут косяки какие-то поперли. Даже не знаю. Мне, наверное, нужен отдых, друзья. Мне нужен отдых. Долгий месяц от игр вообще. Просто отдыхали. Потому что, ребят, уже подуставшим себя чувствую каким-то. Еще осень это на улице нифига не радует. Давай возьму Кожеголову плюс Леонардо. Ну, потому что, ребят, уже у них там пошел, сам видишь, 71-й, 72-й уровень, а это уже не шутки. И это еще мы в Лиге Мастеров 2 звезды. Ну, до 3 звезд-то мы, наверное, сегодня поднимемся в любом случае, ребят. Потому что есть у меня и откаты. Поднимемся, да. К понедельнику, то есть к завтрашнему дню у меня, ребята, должно быть 3 звезды. Пускай топчика даже не будет, но должно быть 3 звезды, чтобы мы получили свои осколки. Нам хоть и не нужно там сколько, 40, по-моему, нам нужно 30, если не ошибаюсь, но мы сделаем задел, как говорится, на будущее. Давай возьму Рафаэля и Супер Шреддера. Ну, здесь почему, ребята, и Супер Шреддер, и Рафаэль имеют очень хорошую инициативу, тем более Рафаэль будет ходить первым в любом случае, тем более массовая атака. Сейчас посмотрим, сколько он нанесет урона противникам. Вообще круто, вообще, одного даже вынес. Так, друзья мои, по поводу черепашек, ниндзя, месть Шреддера. Я, честно говоря, не понял, как запустить персонажей, даны сразу, Карайка и Усаги. Я начал кликать, там же все на английском языке, начал кликать на разные опции. Короче,
удалил свою старую запись, прикинь. То есть я начинаю, если я начну играть в нее, ребят, я начну с самого начала. Понимаешь, в чем суть? С самого начала. Нет, ну она, в принципе, за сколько мы там с тобой прошли? За две серии, да? Основную часть. Можно, в принципе, это все сделать за одну серию. Но где дополнительные уровни, которые нам обещали? Я их не нашел. Я там все перерыл. Вплоть до того, что стер свое сохранение. Ладно, пишите в комментах, будем ли мы начинать ее заново проходить. Там, кстати, можно уже и Усаги взять, там можно взять Карайку и посмотреть, что это вообще за персонажи. Я думаю, будет не менее интересно, чем... Зачем я столько персонажей беру себе? Я думаю, будет не менее интереснее, чем мы когда проходили в первый раз. В первый раз мы с тобой проходили, если я не ошибаюсь, на Леонардо. Чисто за Лео прошли. От корочки до корочки. Так, слэш делает. И пиццелицей. На. Тут несомненно, конечно, ребята, победа за нами. И мы переходим на 36-ю позицию. То есть 10 ступенек пролетаем. Так, беру майки. Беру вот этих персонажей. А потом, ребята, придется тратить откаты. У нас сколько их? 69. Плюс мы еще с тобой можем набрать за выполнение ежедневных заданий. Там, по-моему, 3 или 4 или 5 штук. Ну, на самом деле нам хватит. Нам хватит это за глаза и за уши, чтобы тут все пройти. Так, а у Саги все-таки синий костюм. А я в черепашках Ниндзя Мастера Шреддера почему-то подумал, что у него красный. И поставил там себе скин на красный. Нет, ребят, оказывается, синий. Так, ладно. Здесь победили. Хотя мы могли бы, ребята, с вами Саблезуба потерять. У него очень мало хп было. Так, 27 место и... Поехали дальше. У меня, по-моему, из топовых... Ну, вот этих вот оставим. 75 уровень противника. То есть мы на 5 уровней всего лишь выше. Это, грубо говоря, мы будем сейчас где-то на равных с ними драться. Но уже не на равных, потому что этот усилил атаку. Если я сейчас возьму Рокзара, это будет больно. Надо вырубать Лео здесь, скорее всего, в первую очередь. Вау, слушай, неплохо, она даже этого завалила. Блин, вот это вот. А вот это не есть гуд. Ты пойдешь, да, сейчас? Мы этого не позволим. Запах изо рта. Отлично, Джастин. Красавчик, я думал, что он одного-то добьет, а Сплинтера, скорее всего, нет. Но он добил его, поэтому красавелла. Итак, 17 место, то есть еще два боя нам нужно будет сделать. Так, обновим. Обновим и... И что? Раз, два, три. А, я знаю, что. Вот что. А он точно нам поможет один-то? Я не уверен. Хотя, ну он 70-ник разбирает, но 72-й, ребята, вряд ли он, конечно, с одной плюхи вырубит их всех. А нам придется обращаться за помощью зэка. Вот теперь он вполне, ребята, маузер, сможет их разобрать. Ну да, да. А если бы чисто маузеры бы ходили, мне кажется, они бы не смогли бы здесь победить их. Ну что, 7-ю позицию, наверное, сейчас занимаем, да? 8-ю. Так, 17-23. Возьму Пиццелицева и плюс Леонардо. Раз, два, три. То есть, ну, две массовые атаки. Так, морозилку бы, конечно, вырубили бы нам. Ну-ка, Лео, прояви храбрость, духа. Да мне как бы иммунитет твой не нужен. Все равно пойдет сейчас массовая атака. Вот такая вот. От нее иммунитет не помогает. Потому что это прямой физурон. А не какое-то там наложение дебафов. И мы, наконец, ребята, перешли в лигу мастеров.
Но это мы только перешли, и нам нужно еще здесь укрепиться. А нам надо перейти вообще на 3 звезды. По большому-то счету. Персонажи пока есть, будем, ребят, бомбить. Возможно, вечером. Ну, я уже, наверное, скорее всего, буду за кадром играть. Я буду еще серию, ну, не серию, а чтобы перейти на 3 звезды. На Лигу Мастеров 3 звезды. Потому что, ну, в понедельник лучше я посплю подольше, да, перед работой, чем буду вставать, там, я не знаю, в 12 часов, проходить, добивать себе Лигу Мастеров 3 звезды, а после этого еще ждать отката. Когда я могу сегодня вечером это сделать, потом спокойненько поспать, отдохнуть. И уже где в 2 часа, как обычно, просто-напросто встать и начать буст. Да, мне кажется, так будет, наверное, лучше. Так будет эффективнее. Карайка, хорош. Завязывай давай. Завязывай давай. Лео, давай жги. Прекрасно. Ну, правильно, Тимати и... Крысиный король, это так себе. Я их называю сейчас в данный момент бумажные тряпочки, потому что, ну, от них никакого толка вообще нету. Именно на высоких рангах, где 74-75 уровни, да, от них никакого толка не будет. Ну, особенно там какой, 79 максимальный. Там только лишь топовые рулят. Все. Если нету никаких топовых бойцов, тебе будет очень, очень тяжело проходить... И лигу, и события. Это я тебе гарантирую. Поэтому старайся как можно чаще делать себе прокачку бойцов. То есть набивать на них ДНК и, соответственно, их прокачивать. Другого варианта я не вижу. Как тут еще проходить? Особенно вот эти вот события, ежедневки. Не вижу. Если у тебя будет в отряде хотя бы 2 топовых бойца, и если у тебя будет много откатов, то тогда... Тогда ты будешь топчик. Если же этого ничего у тебя нет, тебе будет очень тяжело драться на одинаковом уровне, или хотя бы, если твои персонажи будут ниже уровнем, будет тяжело. Прям вот реально тяжело. Так, они мне начинают 17-23. Ведь было же... Было же 17-24. Меня ведь не глючило же тогда, нет? Нет, было, по-моему. Было, но прошло, теперь не дают. Ну давай-ка уже головой пойдем с тобой, что ли. Тряхнем, так сказать, стариной. Тут у нас и Крэнк еще сейчас впаяет лучом своим. Почему-то вот при голосовании, ребята, при желании мутагеноида вообще никто не выбрал. Че, он вам не нравится, что ли, мутагеноид? Прокачали бы его в платиновый ранг. Ну да, я не спорю, у него всего лишь одна массовая атака, удар по земле ладошками этими, типа землетрясение делает. Но он сам по себе как бы прикольный герой. В отличие от Тимати, он намного круче, как, лично как по мне. Вам, конечно, может быть, а что-нибудь больше нравится другой какой-нибудь персонаж. Заканчиваются, ребята, у нас бойцы. Но мы приближаемся уже. Уже к половине дороги к топчику у нас пройдено. Не к топчику, а к Лиге Мастерей. К Лиге Мастеров 3 звезды уже заговариваться стал. Че мне так жарко, а? Фух. Сегодня на улице душно, ребята. 16 градусов, но такая духотища стоит. Знаешь, как обычно, перед дождем. Вот такая сейчас фигня стоит. Пока в магазин дошел, весь взмок, блин. Так, ну давай 17-24 и не ломайся тут. Во. Ну кого же он сюда? Конечно же он сюда поставит Микеланджело. Во всех топовых отрядах вот этот у Майки присутствует. Я всегда вот уже заметил. Раз, два, три. Раз, два. Ну тут еще на 3 поединка у нас, да? Откаты наши просто, ребята, горят как в печке. Было 64, сейчас уже там, наверное, я не знаю, 50 осталось. Сейчас посмотрим.
Сколько у нас там по откатам? 51. Как тебе такой расклад? 51 откат всего лишь. Так, Кужеголовый и Армагон. Раз, два, три. Ну и два, ну фиг с ним, придется тогда потратить 3 отката. Эх, придется нам потратить 3 отката. Ну-ка давай, Армагоша, валуном своим. И вот все равно остаются ребята у нас там 77 уровня, да, они? Но они остаются. На ногах крепко стоят. Это 100 уровень по ним звездярит. И они еще на ногах умудряются выстоять. Удивительно. Ну и что, ты опять за свое? Ты опять за свое 17-23 мне хочешь втюхивать, да? Ты серьезно сейчас? Вот, я дождался. Я выгадал момент. Так, давай не Армагона возьмем, а, например, Рафаэля и Супер Шредера. А, тут еще надо одного кого-то взять. Ну, давай возьмем, например, что? Эйприл Кунэйчи, 94 уровень. Кстати, ее надо прокачать до 95 уже, хотя бы, чтобы кругленькая была, да, циферка. А то 94 как-то не туда и не сюда. Хоба. И нифига, ребята, и у них еще дофигища здоровья. Угу, Супер Шредер молодец. Всех наповал. Так и надо им. Да, нам буквально чуть-чуть не хватает, чтобы нам перейти в Лигу Мастеров 3 звезды. Но я говорю, я за кадром уже, наверное, все-таки, ребят, поиграю и добью это дело. Тут Рокзар, по ходу дела, выпадает. А дальше давай здесь собирать. Серия испытаний. Так, мы уже с тобой на втором круге, но у нас... Как видишь, он только начался, поэтому тут еще предстоит поединков, поединков 12, так точно, зарулить, чтобы его пройти. Так, гриб помойный. Давай ракетами, наверное, звезданем. Таракана. Да, у таракана потому что защита стояла, поэтому я не вырубил его Крэнк. Ну что, Кирби? Он сейчас будет хиляться. Да ладно. Крикнул еще, ты посмотри на него, горлопан нашелся мне. Так, массовые атаки есть у нас? У кого-нибудь? Походу нету. А, вот, Маузер есть. Да ладно. Че они такие ватные, блин, нифига себе. Просто Баксер завалил всех. Ну, по крайней мере, троих он точно ушатал своими маузерами. Прекрасно. Забираем награду. Так, теперь идем в поединки. Так, смотрим. Эйприл Кунэйчи. 95 уровень, ребята, она получила. Прекрасно. Где наш Донни? Так, у Донателло. Блин, 6 чип-планшетов нужно найти. Так, 2. 2 мы нашли. И все, да? А еще 4. Так, 3. Стеваются просто надо мной. Не хотят. Вообще не дают. Так, это 4. 5 и последний, дай. Ну дай последний-то говорю. Прикинь, ломается. Вот не хочет давать игра и все. Вот комиксы, на, пожалуйста. У меня даже пицца кончится, ребят. Я так и не нашел последний чеп-планшет. Твою налево. Ладно. Здесь мы награды забрали все. И что у нас дальше идет? А дальше у нас идет испытание. Техника, ребята. Испытание техника. Поехали. Что? А. О, слушай, ну такой командой. Такой командой, ребята, грех не драться. А если я поставлю на автобой? Давай посмотрим, как будет автобой здесь рулить. Как ты видишь, у них 3 волны.
А что, Донателло у нас идет в категории техника, что ли? Ну, в принципе, да, он как бы в технологиях там шарит. А Зек? Зек-то с какого перепуга вдруг в технологию? Из-за своего костюма, что ли, типа? Ладно, там Крэнк, Бакстер, я понимаю, маузеры механические. Но Зек же, он же не механический, он просто надел костюм на себя. Донни я могу в этот раздел лишь по одной причине всунуть, что он как бы в технике шарит. Все. Ну давай, давай, робот. На желтом диванчике, на желтом матрасике вылазит. Само собой, тут пару разиков сейчас по нему ударят. О, маузеры решили звездануть хорошечно. И он еще выстоял. Тин-тин-тин-тин. Пуф, упал. Рассыпался. Мелкий. Ну, в принципе, автобой нормально здесь разбирает. Так, снаряжение, техника. А теперь, друзья мои, ищем. Осколки. Да ну что ты мне вот жетоны эти. Так, снаряжение, техника. Вот, эксперт снаряжения, ребят. И сыр кончился весь. Прям вот тютелька в тютельку. На последнем, ребята, сырочке мы нашли с тобой эксперт снаряжения. Ну да. Вот многие, ребята, спрашивают, где ты взял Крэнга, где ты взял там Усаги, где... Вот, ребят, ну вот, Усаги против Теньки. Ты видишь, что за победу ты получаешь 2 ДНК. И вот так вот потихоньку, потихоньку набираешь. Сколько раз вот это вот можно объяснять? Практически в каждой... К каждой серии есть подобный комментарий. Вот. Я вот так вот смотрю, а как это он так, ребят, кулак сжал? Я вот так вот... сжимаю, у меня что-то... Что-то как-то... немножко по-другому у меня получается. Вот здесь еще похоже, да. Ну, вот тут вот... А, у него все, я понял. У него палец туда загнут. Ладно, придираться уже начал. Так, ну что, ребята, у нас с вами... Сколько откатов вообще? Надо посмотреть, там 50 или сколько? 51 откат. Это для следующих, наверное, серий. Пока всего хватает. И опять же, мы накопили уже почти 2000 долларов. Так что, ребят, в любом случае будет топ. Ну что, у вас последний день проголосовать за любимого персонажа, которого будем переводить. И, соответственно, чем больше их голосов, тот персонаж у нас идет на прокачку. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.